КНДР готова нанести упреждающий ядерный удар по вооруженным силам США в случае провокационных действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщило в воскресенье агентство ЦТАК. Северокорейское руководство полагает, что решение Республики Корея разместить на своей территории батареи американского зенитного ракетного комплекса THAAD и переброска Пентагоном трех стратегических бомбардировщиков B-2 «Спирит» на остров Гуам является частью плана по вооруженному вторжению в КНДР.